Это подарок в 2014 году нашего кубанского города Кропоткина, бюсты Потемкина, Екатерины II, вот, и в самом городе есть памятник Екатерине II и готовый 6-метровый памятник Потемкину. Место установки скоро будет, и, соответственно, такой вот торжественный въезд. Видите? Имя придумали, естественно, Потемкин, я вчера уже рассказывал, как Симферополь, так Севастополь, полис, где Севастополь, его величество означает обращение к византийскому императору, и, соответственно, величественный город. Чтобы быть величественным, архитекторы 19 века, 20 века повсеместно применяли классический стиль архитектуры, он называется ампир, имперский стиль. Вот 65 года здание с башенка. Ну, вот. Здесь очень четко тоже подчеркнут этот ампир, имперский стиль в колоннадах. Вот здание панорамы круглое, вот оно справа окна. Там колесо обозрения, но оно не работает, потому что разрушено все. Бульвар. Это другой холм. Здесь тут городской. Так называемый исторический бульвар. 7 холмов. И мы с вами так вроде бы 5 холмов-то увидим, объезжая город. Тоже приготовьтесь, правые окна на железнодорожном вокзале Севастополя стоит бронепоезд «Матрос Железняк», Великой Отечественной войны бронепоезд, там сейчас музейное здание, троллейбус открывает, там, который вы будете видеть. Я потом про него расскажу, вот право, да, сценка «Смерть фашистов», очень актуальный лозунг во все времена, и центральный автор вокзала. Все ходит в Севастополь из России и ходит. Севастополь гигантская история. Ладно. Первая самая улица города еще 200 с лишним лет назад, Екатерининская, сейчас улица Ленина, но без памятника Ленину. Она первая была улица, а потом все остальные отстроились. Фасады домов тоже классика. С небольшими встроенными там стенами тех же 60-х годов 20 века. Здесь же губернатор, здесь же законодательное собрание, здесь же справа очень интересное здание музея Черноморского флота. Вот, рядышком первый храм, морской храм, вот такой музей Черноморского флота конца 19 века. Теперь смотри, справа. Если есть возможность, и там тоже справа есть местечко для твоего транспорта, да, милиции нету, милиции никто, вот сюда вот заезжают. В принципе, есть, можешь встать, вот здесь вот, кстати, попробуй, или вот, не въехать, да, господи, ну, как... главное, ну, место это... есть. Это 100%. И ничего ему как... не скажешь, но... он, его нету. С добрым утром, друзья, с добрым прекрасным утром. Я продолжаю путешествовать по Крыму. Передо мной памятник Ушакову. Я в Севастополе. И погуляю здесь по берегу. Вот знаменитая, видите? Арочка. 1846 год. Точнее, это не арочка, это Графская пристань, так называемая. А я направляюсь в сторону затонувшего корабля, памятник такой в Севастополе. Оставайтесь со мной, продолжаем знакомиться с Крымом. Подписывайтесь, делитесь с друзьями, пишите комментарии.
Про Графскую пристань я уже рассказывала в предыдущих видео. И кому интересно, посмотрите мои экскурсии по морю. Все три бухты. Очень интересно. Экскурсовод рассказывала, показывала. Ну, а я направляюсь к памятнику затонувших кораблей. Ой, как пахнет вкусно сдобой. Я дальше продолжаю идти к памятнику затонувшим кораблям. Это с левой стороны где-то. И решила спуститься. И смотрите, наверное, проходят праздники на воде, потому что очень много для зрителей места. Видите, можно присесть. И смотреть какое-то торжество, по-видимому. Праздники проходят очень часто. Здорово придумали. Или просто посидеть, отдохнуть. А вот знаменитые ворота, которые выходят в море. Вот они, они. То есть мы сейчас располагаемся с вами, вот расположены мы на бухте Севастополь. Расположен на семи холмах, а это выход в море, ворота. Если взять экскурсию морскую, то как раз в три бухты заходят, показывают, рассказывают. Если интересно, посмотрите, у меня есть видео про прогулочки по воде. Я дошла до памятника. Вот памятник. Пошел дождь. Воздух свежий-свежий. Здравствуй, герой Севастополь, как ждали мы встречи с тобой, как долго тянулась разлука, как звал нас твой берег морской, как долго тянулась разлука, как с грустью нам порознь жилось. Но вот все, о чем мы мечтали, весною победной сбылось. Севастополь, с тобой соединилось мое сердце. Севастополь, идем на зов твоих мы маяков. Севастополь, салют победы озаряет снова светом наш Крым и Севастополь, город русских моряков. Клянемся на братских могилах, вовек не увянут цветы, и станем сильней во сто крат мы,
Вновь вместе Россия и Крым. Севастополь, с тобой соединилось мое сердце. Севастополь, идем на зов твоих мы маяков. Севастополь, салют победы озаряет снова светом наш Крым. И Севастополь, город русских моряков. Севастополь, с тобой соединилось мое сердце. Севастополь, идем на зов твоих мы, маяков. Севастополь, салют победы озаряет снова светом наш Крым. И Севастополь, город русских моряков. Севастополь, Россия, Крым. Севастополь, Россия, Крым. Севастополь, Россия, Крым. Сундучок счастья. Что тут написано? Любите, влюбленные, любите, одинокие, найдите любящие и храните. Такой выход, арочка такая. Парк. Нарциссы цветут. Весна в разгаре. Прочитала, вход бесплатный, пошла посмотрела туалет. Зашла, думаю, снимать, не снимать его. Нет, наверное, думаю, не буду снимать. Ну, очень приятно. Вот так гуляешь, гуляешь. И тут раз тебе туалет, еще и бесплатный. Бонусом. Мало того, что туалет еще и приличный, а бонус, что он еще и бесплатный. Адмирал Лазарев. С левой стороны сувенирные лавки. Биологическая станция с правой стороны.
Что тут продают? Что тут интересного продают? Это глина. Глина. Скажите, а портмоне в какую цену? Какое? Вот такие. Вот эти, да. Полторы. Полторы. И кожа натуральная, да? Это все натуральное, да. Угу. А вот эти маленькие? Маленькие 400. Нет, это не хорошо. Просто чтобы красивее. Ну, понятно. Мне вон Таня посоветовала, как купить, говорит, руку, говорит, маленькую. Пусть она у тебя все время в кармане. Если надо, ценники. Раз, это самое. Украшения. Ярмарка будет, наверное, какая-то. О, смотрите. Цветочки, цветочки. Ох, какие красотки. Какие красотки.